Всем привет, вы у меня на канале, и сегодня я решила снять мини-влог о том, как я сегодня внезапно собралась полететь в Новосибирск. Ну, мы сначала летим в Новосибирск, а потом на машине мы поедем в Хакасию. Надеюсь, все будет хорошо, мы нормально долетим. Все, я вам сейчас все покажу, вы все сейчас увидите. За нами уже приехало такси, мы сейчас спускаемся и едем в аэропорт. Так, ну что, мы прибыли в аэропорт Домодедово. Вот тут видно, наверное. И сейчас мы пойдем на регистрацию, а потом на вылет. Короче, мы уже на регистрации. Мы, конечно же, как обычно, опаздываем, ну, чуть-чуть. Но это же Милана. Ей не обязательно не опаздывать. Ведь я вся такая... Стыд-позор, просто стыд-позор. Ну, покушать перед вылетом это святое, так что мы заказали Бургер Кинг. Сейчас покушаем. Вот пока я жду свою еду, я встретила подписчиц. Теперь вы увидите себя в Ютубе. О, понятно. Привет. Милота, какая милота просто. Мы идем в самолет. А, мы поедем на автобусе прям к самолету смотреть. Ну что, вот наш самолет. А, мы уже в самолете, у нас просто милейшие соседи. Посмотрите, какое чудо. Какое чудо? Чудо? Чудо маленькое. Ребята, вы не представляете, но в коем веке в самолете начали кормить курицу с макаронами. Сами себе представьте. Капец. Сейчас наедимся. Еда. Всем приятного аппетита. Вот мы прилетели в мой родной город Новосибирск. Сейчас пойдем в автобус. И я вам покажу, как мы доедем домой. Ура! Новосибирск, я скучала! Мы приехали, вот мой дом. Вот в таком вот районе я живу. На самом деле я очень сильно соскучилась по своему дому. И где-то вон там моя квартирка. Сейчас мы пойдем домой к моему любимому коту. Ой, зайка сладкий. Ты мой попрыгайка такой, зайка. Ой, ты такой мой. Чака, ты меня не узнал? Чака. Короче, ребята, мы уже переоделись. Вот я. Не узнали меня, наверное. У нас есть один свободный день. Мы решили провести его на даче. Поедем на дачу, но самое главное, это я хочу устроить сюрприз своей подружке. Она не знает, что вообще, что я в Новосибирске. Оксана, ты этот влог 100% смотришь. Ты сейчас увидишь свою реакцию. Так что идем, сейчас мы все покажем. Это, кстати, моя подружка, самая лучшая подруга моя, которая снималась со мной в клипе. Я очень сильно боюсь. Давайте вперед. Вот моя подружка Оксанка, мы встретились, у меня руки трясутся. Ты а ты знаешь, поедешь со мной сегодня на дачу? У меня один день, да. Один день? У меня только один день, завтра я улетаю. Короче, ребята, мы съездили на дачу. У меня, к сожалению, там села камера. Придется поверить мне на слово. Мы там и покупались, и позагорали, и поели арбуза. И сделали все, что можно было. Я сейчас чуть-чуть позарядила вот камеру и вам все рассказала. Вот, так что первый день в Новосибирске прошел просто мега круто. Ну что, ребята, всем привет! И как и обещала, сейчас я вам покажу, что я делаю здесь в деревне. Я сюда приехала показать вам один день из жизни в деревне. Чем я тут занимаюсь, как я тут развлекаюсь, короче, все это. Ждите. Поехали! Ребята, а еще посмотрите, какой кайф. Вы выходите со двора и посмотрите, вот здесь вот у нас горы, там у нас тайга, тут у нас Туимский провал, там у нас соседи, дома, и вон там вот очень красивые холмы. И сейчас вам покажу, что находится за нашей оградой, в доме, около дома и вокруг дома. Ну а сейчас мы идем с вами в курятник, потому что нам нужно собрать яички.
Сладкий! Короче, тут очень много куриц, их там штук 20 примерно. Смотрите, мы проходим вот сюда. Тут все курицы, вот одна. Я боюсь, что они меня клюнут, потому что как-то раз я сюда пришла собирать яйца, и тут такие бац, и я вижу, что у меня в ногу кто-то меня клюнул. Опа, смотрите! Вот тут два яичка, тут вот и там. Сейчас собираю. Ай, они теплые такие. Сейчас вот так вот берем. О, три яйца. Так, ну что, мы собрали три яичка, идем с выполненным заданием. Первое задание у нас выполнено. С одной стороны, вам может показаться, что это обычный курятник, но на самом деле это центр развлечения, отдыха, работы, комната страха и даже компьютерный клуб. Сейчас вам покажу почему. Знаете, почему здесь комната страха? Потому что тут могут быть крысы. Вот представляете, вот я иду такая за яйцами, да? И тут крыса такая прибегает. Тут развлечение. Смотрите. Что делать, что делать? А ты что, только смело, что ли? Компьютерный клуб. Знаете почему? Сейчас вам все объясню, смотрите. У нас есть вот такая вот лестница, которая ведет на чердак. Ой, я очень сильно боюсь, смотрите. И вот это вот компьютерный клуб, потому что вот это вот место, единственное, где ловит очень хорошо интернет. Поэтому тут можно зарубиться в Brawl Stars. И у меня теперь вопрос один маленький. А как я отсюда слезать буду? Ну что, вот у наш огород, это огород дедушки. Здесь очень много чего растет, там и морковка, и редиска, и капуста, короче, все вот это вот дело. Но, естественно, покажу самое стрёмное, такое не очень приятное, это... Барабанная дробь. Туалет на улице. Вот это вот самое такое не очень приятное дело. Когда мы ходим ночью, это не очень, конечно, комфортно, не очень приятно. Но что поделать, это деревенская жизнь. Ну что, мы переоделись, теперь идем работать на огороде. Вас научу, как правильно нужно выдирать крапиву, чтобы не обжечься и чтобы там корень не остался внутри. Так вот делаем и под корень берем вот так вот крапиву. Вот так вот под корень ее берем и потихонечку вот так вот выдираем. Ребят, хотите, я вам покажу фокус-покус? Вы знаете, что можно провести рукой по крапиве, и она вас никак не ужалит. Смотрите, вот так вот берем ее, да? И потихонечку вот так вот делаем, смотрите. Опа, у меня рука нормальная, у меня ничего с ней не случилось. Так как? Я сейчас вам объясню. Смотрите, если присмотреться, вот тут вот есть иголки. И когда мы делаем снизу вверх, то она нам ничего не сделает. А мы, если мы сделаем прям по иголкам, то нам будет очень больно. Так, ну что, вроде мы все дела на огороде сделали. Вот картошку я окучила, капусту я прополола и огурцы я полила. Конечно, хочется на озеро, такая классная погодка. Посмотрите, какое солнце просто. Ребят, на озеро поедем? Да! Все, погнали тогда на озеро. Я морячка, ты моряк. Короче, ребята, я вас забыла познакомить с моей подружкой и с братиком и сестренкой моими. Смотрите. Это моя подружка Аришка. Ну, меня забрал пупит. Это мой братик Русик. На, попытай. О, спасибо. А это моя сестренка Аля. Здравствуйте. И сейчас я вас хочу познакомить с моими пушистыми друзьями. Короче, сейчас я вас познакомлю с моими собачками. Это самое первое. У меня здесь живет три собаки. Смотрите, это Пушок. Это Пушок. Это моя собачка, это Пушок. Смотрите, это моя собачка Булька. А это, смотрите. А это Кнопа. Это девочка. Смотрите, а это мой котик-малыш. Он чуть-чуть у нас болеет, у него, ну, слабые ножки, но мы его все равно очень сильно любим. Так, ну что, мы начинаем собираться на озеро. Погнали! Так, ну что, ребята, мы уже приехали на озеро, уже тут накупались. Я вспомнила, что мне нужно поделиться с вами этой новостью. Вот, так круто! Сейчас вам покажу, где мы отдыхаем. Мы отдыхаем на озере Шира. Это известное озеро в Хакасии. Вот, оно лечебное, кстати. Здесь соленая водичка, можно купаться, прыгать. Короче, я вам сейчас покажу, как я прыгаю с парапета. Раз. Страшно? Нет. Раз, два, три.
гуляю, купаюсь, отдыхаю. А все остальное будет в следующем сюжете. Так, ну что, мы накупались, загорались. Мы приехали с озера, и оказывается, мне еще надо машину мыть. Так что сейчас я вам покажу, как я это делаю. Если вы хотите сказать, что это легко, то я скажу вам, это нелегко. И сейчас мы тут пожарим шашлычки. Смотрите. Но там уже ничего нету. И сегодняшний день я закончу вот таким вот прекрасным бутером. Всем пока. Спасибо, что были у меня на канале. Вы самые лучшие. Подписывайтесь. Всем пока.